Магазин 2021. Любовь, подскажите, пожалуйста, как для вас прошел 2020 год? Для меня он прошел, как всегда, напряженно в работе. Какие-то планы уже у вас есть на 2021? Как планируете увеличить продажи в ваших сетках? В 2020 году мы запустили доставку продуктов на дом. Сейчас мы что-то придумываем новое. Я приехала сюда специально за идеями, чтобы послушать, что наши фасоли внедряют новое, чему-то научиться, что-то применить в работе предприятия. Что вы можете пожелать ритейлерам вот на сейчас, 2021? Ну что я хочу сказать, чтобы они больше уделяли нам внимания, чтобы мы развивались, сотрудничали и успешно работали, чтобы сотрудничество было успешным. Спасибо вам огромное, Любовь. Мы тоже желаем вам успешного сотрудничества, а мы на конференции «Магазин 2021». Оставайтесь с нами.